Друзья, всем привет! Добро пожаловать на Advance Bay канал. My life, my style, или по-русски, моя жизнь, мой стиль. Друзья, я хочу вам дать маленький обзор того, что мы сделали. Я, конечно, не все снимал для вас. Нам еще предстоит кое-что достать изнутри. Ну так, смотрите, что у нас получилось. Мы скинули дашборд. Сегодня вместе с вами будем взрывать airbag'и для, или подушки безопасности, которые размещены на крыше, вот там. Мы сегодня подсоединим аккумулятор и бабахнем их. Итак, из салона мы достали сиденья. Как вы видите, вот здесь вот они. Они уйдут в наш магазин advancebay.com или на eBay. Изнутри больше нам ничего не надо. Раньше мы снимали рулевую колонку, но сегодня она уже практически не нужна. Хотя, кто его знает, может, еще и снимем. Так, вчера мы скинули, то есть в предыдущей серии мы скинули двери с этой машины. Вот обзор некоторых запчастей. Мы покажем, как мы это фотографируем, выставляем все это на eBay. Итак, здесь, конечно, у нас зажато колесо. Если вы видите, запасочка, да? То есть нам необходимо будет вырезать днище машины здесь, чтобы достать колесо, потому что мы не сможем никак эту машину сдать на металл. Сегодня, что мы сделаем с вами? Сегодня я хочу скинуть двигатель с трансмиссией полностью вниз. Начну разбирать навесные запчасти здесь, чтобы освободить двигатель полностью, чтобы он мог легко отпуститься. Все мы это вам покажем в этой, надеюсь, серии. Если не в этой, то в другой. Ты готов, Никодим? Да. Ну, потопали. Посмотрите на человека, который все здесь делает. Здравствуйте, Дмитрий. Что вы сегодня делаете? Мы сегодня разбираем. Итак, новый день, новая. Что, новая рубрика пошла? Новая рубрика. Итак, ребята, мы сейчас скидываем полностью все возможное сверху. Поехали. Каждый день новые операторы. Итак, как вы видите, мы снимаем главный компьютер с машины. Скорее всего, что мы снимем рулевую рейку для того, чтобы рулевую колонку, для того, чтобы нам сохранить. Так, слушайте. Да, слушайте. Да, я сам. Вообще, я ходила дома. Ты мороженое поела, Вива? Да, нет. Да, нет? Сегодня я не буду. Вы знаете, в американском бизнесе я вам расскажу так. Один работает, пять раз смотрят. Вот примерно сейчас происходит то же самое у нас. Куда мы с ней? Кто-то сесть куда-то хочет. Ты же пришла поработать? Да, я хотела кому-то подавать. А, подавать? Держи. Нет. Подавать будешь? Ключ на 12. Только для вас сохраняем все болтики, для вас, подписчики, чтобы вы не искали, когда вы купите эту запчасть. Вам не надо будет ездить по другим магазинам. 5 болты. Готово. Заберите, пожалуйста. Привет. Потому что там что-то течет. А что это течет? Это большой-большой секрет. Сейчас папа расскажет. Это водичка, чтобы омывать стекло, когда у тебя грязное. Мы постараемся сохранить водичку и налить в наш другой Lexus, на котором я езжу. Черную коробку. Все, папа. А кто такая помощница, а? Как ее зовут? Ее зовут Авива. А сколько тебе годиков? 4. Будет, да? Нет, уже 4. Уже 4. Мы не успели мы праздновать. А тебе сколько, 5? Superhero Kindergarten? Я фиолетовая девочка. Ты фиолетовая девочка? Да. Ой, ты красавица. А, это твой любимый такой. Так, мы все отсоединяем. Ты знала это? Ты будешь механиком? Нет, Габи. Машину положи, папа сказал. Искал оператора, пока у меня их двое. Будешь сарказничать, не останешься без оператора. Вообще, не сарказничаю, а говорю реальность бытия. Бывает такое тоже. Так, мы достаем аккумулятор. Папа сделал. Ничего страшного. Руки нежные, только у бездельника. Так, кстати, очень важная, необходимая такая вещь для каждой машины. Это крепление аккумулятора. Знаете, ценная вещь. Когда ты едешь в машине, у тебя аккумулятор, батарея прыгает под капотом, очень неприятно. Так что, опять, ребят, все это возможно приобрести только у нас. Итак, проводку мы будем резать или будем сохранять? А мне кажется, придется порезать, потому что она уже порезанная. Проводку с двигателя, конечно, так что касается двигателя, мы ее резать не будем, мы ее сохраним. И когда мы продаем двигатель, мы также продаем с проводкой вместе, чтобы вы знали. И сейчас? И дадим ключ на 14. Давай. Мы же должны за 15 минут в этой серии разобрать двигатель. Ключ, головка. Уже не надо. Авиа, он сам не знает. Кабель отсоединили. Я тебе не буду наливать сок.
Так, трубки мы отрежем, скорее всего. Попробуем снять, но если не получится, будем отрезать. Это огромная привилегия. Важные слова сейчас скажем. Вот это. Работать, на сколько вариация. Не слушай, папа. Это самое основное и важное для... И привилегия для работы дома с домом сегодня. Это вот то, что ты можешь видеть своих детей. Они могут быть рядом. И, конечно, возлюбленная моя рядом всегда со мной. Самое главное. Так, немножко жидкости. Итак. У вас осталось полминуты до 15 минут. Рвется. Ты чего? Куда так едешь быстро? Трактористка Авива. Стой. Зачем, Дин? Давай на свою доску наезжай. Никодим, на доску прям наезжай. Туда. Я тебя снимаю. Ничего страшного. Испугалась, да? Да. Ничего страшного, я тоже испугалась. Снимаем проект для Астона. Итак, мы открыли капот и не знаем, с чего начать. Неизвестная машина. Что ты делаешь? Ты хочешь что-то снять? А, ты просто чешешься. И он меня покатал. Он сам только учится, видишь? Да. Когда ты будешь как Никодим, ты тоже будешь так кататься на тракторе. А вы купите мне? Смотри, как он умеет поднимать лопату. Это вообще не интересно. Вообще не интересно. Самой интереснее, да? Где ты? Что у нас здесь происходит? Разборка. Итак, вроде мы вверху все разобрали. Остается залазить нам под низ. Также столько мы режем трубки тормозные. Знаете, как жалко. Вот такое тоже бывает. Артерию порезал. Артерию. Только что главную артерию перерезали. Как говорится, осторожно. Так, последний болт. Последняя гайка для нас. У нас остается только приподнимать. Хочу сказать и передать привет дяде Мише, который оставил некоторые инструменты для нас. Идемте, я покажу. Вот такую установочку сделал Михаил Арманжи. Это мой дядя, который проживает в данный момент в Молдавии. Но если вас заинтересует такая вещь, он может приехать и вам сделать. Так, с помощью такой установочки мы зацепим двигатель и попробуем его оттянуть. Вот примерно так. Давайте, пока воздух у нас здесь есть, я отсоединю трансмиссию. Зацепиться за нами.
Знаешь почему? Да, ребят. Вот так вот. Вот так вот, видите? Жизнь Калифорнии на 10 акрах земли. Даже если ты приобрел большой участок земли, работать надо. Хорошо, мы потом снимаем эти генератор, компрессор. Тут все идет отдельно в продажу, power steering и так далее. Здесь мы его помоем. Это, а вот это будете смотреть в следующем. Да, это уже в следующем проекте. Ну, на сегодня. Все. Ребят, берегите свои ручки. Не пачкайте. Не пачкайте их, а лучше смотрите наш канал Advanced Bay. И учитесь. И учитесь. My life, my style. Вот такой вот наш стиль жизни. Здесь, в Калифорнии, мы так проживаем. Так что добро пожаловать, кому интересно. В комментариях оставьте общение ваше. Кто хотите больше узнать, мы все расскажем, покажем. Если вам интересно показать, сделать маленький обзор, увидеть наш обзор нашей территории, дайте знать в комментариях. Так что, ну все, подписывайтесь. Ставьте лайки, чистый лайк на нашем канале, ребята. И подпишитесь. Вам всем пока. Ну, конечно, не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо.